Готовь телегу зимой, а тепловые сети – летом. Работы по реконструкции магистральных коммуникаций начались на разворотном кольце у автовокзала. Это уже второй из четырех этапов замены теплосетей на данном участке. Сначала работы вели на улице Станкостроителей. Там реконструировано около 200 метров сетей и переложена камера. Один интервал, первый вход на кольцо мы уже закончили здесь. Сейчас продолжаем с этой же стороны заход на кольцо, то есть захватим и кольцо, раскопки у нас пойдут. Но это где-то в пределах недели вот этот участок. И дальше мы переходим на следующую сторону кольца, работы которых будут проводиться тоже в два этапа. Половина дороги кольца и следующая с переходом на Строителей. Общая протяженность участка, подлежащего реконструкции, составляет 700 метров. Коммуникации проложили здесь еще в 1972 году. И аварийные ситуации в этом районе стали скорее правилом, а не исключением. Частота с последним годом увеличилась, но даже больше распространяется в сторону Строителей. Вот на самом кольце не было. И по Станкостроителей получается. Ну, увеличение где-то идет не в разы, но на 1-2 дефекта в год где-то идет. Энергетики будут работать на кольце автовокзала круглосуточно, чтобы закончить работы как можно раньше, и просят автолюбителей набраться терпения. В настоящее время реконструкцию проводят на внутренней полосе перекрестка. С 5 июля движение транспорта здесь временно ограничено. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.